Приветствую вас, немножко я приболел, поэтому буду, наверное, покашливать, вы меня уж извините за это. Ситуация связана с общением с бывшими свекрами, да, то есть получается, что вы развелись с мужем, вот, и, соответственно, какое-то время, значит, посредством, получается, ребенка, да, взаимодействовали со свёкрами, вот, но, значит, соответственно, там несколько было ситуаций, да, для вас неприятных, после чего вы перестали это, собственно говоря, делать. И ваш вопрос, да, связан именно с этим, то есть они же всё-таки дедушки-бабушка, да, насколько вот вы говорите, я правильно там поступаю, да, не давая, да, ребенку сейчас общаться вот значит, с дедушкой-бабушкой. Вот. Лично я думаю, что проблематика здесь заключается как-то вот в том, что у вас внутри противоречия. Вы, с одной стороны, как будто бы, ну, явно отторгаете поведение дедушки-бабушки, да, вашего ребенка не принимаете их и говорите, что, в общем-то, там, их поведение не соответствует вашим ценностям, вот. С другой стороны, вы говорите о том, да, что ну как же так, они же хотят его видеть и так далее. При этом вы говорите о том, что ребенку там, да, ну, с ними плохо, и ребенок там, вы получаете там ребенка, да, несколько вот не такого, да, как отдавали. То есть, ну, на него это все плохо влияет. Вот. И вот это противоречие, которое у вас есть, да, то есть, с одной стороны, непринятие, с другой стороны, какое-то такое чувство, что, ну, все-таки дедушка, бабушка там в жизни вашего ребенка должны быть. Ну, вот, это противоречие, они, ну, это противоречие, точнее, вас как бы и гложет, и вы не можете его разрешить. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, вот, пожалуй, не соглашусь, наверное, с коллегой в том, что это чувство вины, хотя, безусловно, это самый такой очевидный вариант. Я тоже подумал изначально о том, что это чувство вины, и, скорее всего, это чувство вины. Но вполне возможно, что дело здесь не только в чувстве вины. Вот. То есть вполне возможно, что дело здесь в том, что действительно вот у вас ценности одни, да, а поведением своим вы можете, ну, реализовать только вот, значит, ну, какие-то вот определенные только ценности, да, свои. Вот, а получается, к сожалению, не все, то есть вот так, чтобы вы своим, значит, ну, чтобы вы своим поведением могли бы реализовать все ценности, да, вот, у вас не получается, вы то одни ценности реализуете своим поведением, вот, то получается другие, вот. И, на мой взгляд, в общем-то, можно здесь искать какой-то компромисс, вот,
в том смысле, что, значит, ну, допустим, если дедушка и бабушка там хотят видеть внука на самом деле, да, то это можно делать на неправильной территории, где, как бы, у них не будет возможности, да, там, как-то влиять на них, на него, точнее, на вашего ребенка негативно, вот, и так далее. То есть нужно искать компромисс здесь. Но я полагаю, что поиску компромиссов что-то мешает. И мешает, скорее всего, какая-то обида. Вот, ну, скорее всего. Значит, обида на, допустим, ну вот на них, на свёкров, да, обида на допустим, мужа бывшего вашего, вот, ну и так далее. То есть, вот, ну, поиск компромисса вот этого. Сейчас как будто бы что-то препятствует. Вот. И нужно понять, что препятствует поиску компромиссов. Очевидно, может быть, что-то вот, ну, невыраженное, да, что-то невыраженное, невысказанное, может быть, там, не знаю, мужу, например, или тем же свёкрам, да, то есть вот какая-то такая история. Вследствие чего происходит блокировка вот этой вот инвенции к, значит, ну, интенции, на мой взгляд, повторюсь, да, исключительно только вот на мой взгляд, это работает так. Вот, поэтому взгляд стороны заключается в том, что оптимальным вариантом является поиск компромисса, который устроил бы, ну, допустим, вас, устроил бы, допустим, там, дедушку, бабушку, вот, вот поиск компромисса какого-то, вот, это было бы с одной стороны, хорошо. С другой стороны, выражение ваших чувств негативных, которые у вас имеются, вот, проживание их, чтобы не было вот этих противоречий, тоже очень важно. Обиды на мужа, обиды на свёкров и так далее. Потому что, ну, есть ощущение, вот как это, вот, все равно есть такое ощущение, что вы как-то, вот, знаете, какие-то вещи, да, действительно пропускали и пропускаете. Здесь хочется сказать следующее, что, конечно, вы как-то уж слишком всерьез воспринимаете, ну, грубо говоря, людей, да, которых сами называете стариками, 80 лет и прочее. То есть как-то вот, ну, как-то вот слишком всерьез вы как будто бы относитесь к ним, да, и как-то вот слишком, значит, ну, слишком, что называется, близко к сердцу, это, понимаете, что ли. Вот, это первый момент. С другой стороны, вы же говорит о том, что, ну, вот они же просто старики, там, и так далее, то есть чего, вот, то, там,
значит, чего от них ждать, да, и так далее, как будто бы. Вот, то есть, как будто бы вы здесь тоже вот сами, да, определиться-то как-то вот, не можете, то есть, как же вы все-таки, относитесь-то к ним, да, то есть, вот. И, может быть, дело еще и в этом, что вы не можете никак выработать свое отношение к, допустим, вы не можете выработать свое отношение к свекрам, вы не можете выработать отношение к своему мужу, да, потому что снова и снова напарываетесь как бы на одно и то же, то есть что-то делаете, да, потом, значит, говорите, что получаете там нагоняй, да, вот, значит, своего бывшего мужа, хотя, опять же, каким образом у вашего бывшего мужа есть возможность устраивать вам нагоняй, да, для меня несколько, конечно, загадка. То есть вот такое ощущение, что действительно многие вещи вы пропускаете просто. не заостряйте на них внимание. Изначально, а после этого по вам как-то вот довольно сильно получается бьет. Вот. Поэтому я думаю, что вот примерно из таких каких-то вещей вот могла бы состоять взгляд со стороны. Вот. То есть проработка вот этих вот моментов, о которых я сказал. Это было бы, на мой взгляд, как-то наиболее здесь корректно, что ли. Вот, если мы говорим об оценке, да, если мы говорим о какой-то оценке, например, того, что вы описываете и правильно ли вы поступаете, а также если мы говорим вот о моральных дилеммах, которые вы также описываете, я думаю, что самый лучший способ обратиться с вашей моральной дилеммой, это вот что называется поступить по совести. То есть поступить так, как вам подсказывает ваша, ваша внутренняя вот такая направленность, да, то есть вот поступить так, как вот вам близко, вот. То есть для этого, достаточно просто в какой-то степени услышать себя. Да, услышать то, что подсказывает вам ваша такая, знаете, внутренняя антенка, что называется. Вот. Ее вы не слышите, пытаетесь быть, как вам сказали, для всех удобнее, да, то есть пытаетесь как-то, видимо, учитывать интересы всех, это хорошо, конечно, но как так получается, что при учете интереса всех, да, вы как-то остаетесь, крайним. Вот. И, на мой взгляд, это неприемлемо. Вот. Поэтому я думаю, что в идеале очень хорошо было бы, если бы вы
перестали привыкли, научились не блокировать в себе вот те импульсы, да, которые у вас возникают в ответ на, условно говоря, какие, ну в ответ на как на какие-то вот там проявления, да. Вот, людей там, ну, в ответ на проявление, допустим, ваших родственников, да, там, свекров и прочих, вот. А я думаю так, такой ответ, в принципе, вам можно дать сейчас, вот. Значит, с чувством вины, да, если это действительно у вас чувство вины, да, то с ним можно и нужно работать, с чувством вины. Работать с чувством вины необходимо через злость. То есть мы нащупываем злость, выражаем ее, и чувство вины становится меньше. Также чувство вины предполагает некую такую тенденцию к извинению, вот, то есть если человек, ну, если человек чувствует вину, то ему хочется извиниться, извиниться за что-то, вот, ну, тоже можно посмотреть, да, вот, хочется ли вам извиниться за что-то перед, перед, допустим, ну, не знаю, там, перед свёкрами или перед бывшим мужем и так далее. Вот, если нет, то это все-таки не совсем про вину, да, то есть это нужно понимать такой, ну, такой момент. Вот, как-то так, я думаю, на этом можно, пожалуй, закончить вот мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. В заключение, что хотелось бы сказать. Вот, ну, такое на этом, ну, последнее, вот, что хотел бы сказать. То, что вот когда просят взгляд со стороны, да, как это происходит. Значит, у человека есть, ну, сформировано уже, у человека сформировано уже, какое-то, ну, какое-то решение, да, вот, и он хочет, подтверждение какого-то этому решению, ну, найти, к примеру, вот. И вот когда просят взгляд со стороны, да, вот, то это решение, оно уже есть, вот, и просто нужно подтверждение. Поэтому вы попробуйте, значит, увидеть, какое решение у вас, вот, в этом смысле, и попробуйте его, значит, прочувствовать, вот это решение, свое собственное, попробуйте его увидеть, потому что, ну, совершенно очевидно, что оно у вас есть уже, а также попробуйте увидеть, почему вы это решение, да, вот, оспариваете, вот так вот, вот. То есть вот попробуйте на это обратить, свое внимание, да, и я думаю, что много из
многое вам станет просто понятно. Вот. Как-то так, я думаю. Вот. То есть проблема-то здесь, проблема здесь, как вводится, не в, значит, чем-то конкретном, вот, то есть не в, там, допустим, бабушке или дедушке, да, вот. Проблема, значит, заключается в том, как вы сами, к себе относитесь, вот. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, если мы раскрываем то, как вы к себе относитесь, если мы раскрываем особенности вашего отношения к себе, вот, если мы находим в нем противоречия и помогаем вам, их разрешить, да, эти противоречия, вот, то я думаю, что вот, конфликта, вот этой всей ситуации, да, проблемы всей, не будет, то есть, вам будет легче, просто. Вот, такой ответ. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу.